Во-первых, мне нечего скрывать. Во-вторых, я во многих своих разговорах или контактах с теми или иными людьми всегда предваряю это информацией о том, что я знаю, что меня, может быть, слушают. Поэтому я не испытываю к этим людям и к этим организациям никакого почтения. Но если им надо, пусть слушают. У меня нечего скрывать. Я единственный против того, что если я звоню по телефону своей жене, мне хочется сказать ей какие-то приятные слова, мне будет отвратительна мысль о том, что кто-то это слушает. Но сама по себе процедура, она направлена на то, чтобы исключить вот эти вот возможные недомолвки со стороны тех, кто может дать информацию, со стороны провайдеров. Они должны быть готовы к тому, что это обязательная, так сказать, функция с их стороны. Она должна быть реализована, должна быть произведена по первому требованию. Вот, собственно, для чего? Как бы некое упорядочение негласно существующего порядка.